Нет, его нельзя пропускать. Да забирай себе. Такое говно не ношу. Ты, блядь, жон уже у меня есть. Не хочу себе кондёр, хочу себе 4 профа бесплатно. И не качать их. Не, уровень поебать, вот проф это на туре заел. И остров еще. Вот остров это вообще прям блин, бас. Понятно, что типа столько голд, да там типа, даже очень много считаешь. Там за 40 лет можно 4 профа оформить. И то даже можно дешевле. Ну, в зависимости от какой профы еще. Типа если портняга, вот портняга дорогая, она тебе порядка 50-100% входит. Наложение чар еще дорого выходит. Ну а остальное, да, там в целом там в районе потакаясь. Ну, может быть, не знаю, даже я честно не считал. Жесткий. Поживка то типа жестко. Это да. Я думал себе ДК танка сделать, потому что ДК типа вообще типа, ну, как-то дымно что-то не особо заехал. Угу. Да я думаю, да, ну за что. В случае чего свечиться придется, конечно. Да поебать, прям прости, уже так будет. Там пир поставили, кушать есть же. Что около того? Нет, через 30 секунд. Да нет, по свече сразу. Там, кстати, по-моему, кормят сыграх, нет? Нет. Короче, запомню цель Корнеса, посмотрю.
кому мне? Да, какие-то нихи сумасшедшие, босс, сделал нормально. Абтаби. Абдивкс. Это типа когда типа тебя звали одно босса, ты зубы, короче, все повыбивал себе. Бля, жалко, он не в диссе, он бы послушал эту шутку, посмеялся бы. Блин, 20% зарядки на телефоне осталось, ужас. Надо поработать на самом деле. Ну, я могу, типа, чуть поработать хотя бы нужно, а потом, типа, зайти не проблема. Ну ты на Альянсе собираешь или на Орде? Конденсатор. Ну, не знаю, да, наверное. Ну, типа, может, кукле нужно, не знаю, спроси. Тут, а, тут вон Лок и этот, и... А, у Лока есть. Тени. Это мои любимчики. Я у них в этом, в ЧСе. Да. Ну, нет, это типа эти. Да, это ПВЕшеры, короче, но... Они обиделись, ну, я им часто рассказывал тактики, объяснял все. Потом, ну, типа, заходил, он тогда рофлил. И вот однажды я зашел, они вайпались на Калагарне, и я пришел, поздоровался. Сказал девочке из гильдии, чтобы она потом не написала после РТ. И меня кикнули из Дискорда за все. Вот такая вот история. Да. С моей стороны, естественно. Да? Давай на тоненького буду ходить за ним. Да нормально, если далеко ходить, он не агрится. А почему у меня... Ой! Думаю, чего я так медленно двигаюсь? Я же шаг поставил. Да нет, что он сказал. Чтобы произойти надо.
Да давай, ладно, рез. А, ладно. Ну, я понял. Это пиздец, блядь, устроил. Имя, Суза. Мне это имя. Ранквил даю. Я бы вернул волк. Успел ускладнуть. 20 секунд до Инера. А, волк ТР, подожди. Это ничего не надо. Писабилити. 4 секунды. Какой зла, все смотрим. Мама, нет. Почему босс смотрит на этом бою садится пить, а я не могу? Ну, у него когда 0 маны становится, он... Да-да-да, и он садится пить маны. Равно обидно. Да, у меня посох. А блин, не этот дискорд, который он же хотел перезайти. Да что тут пробегать?
Да нет, не в этом дело. Кого нету здесь? Ура! Спасибо боссу, что он есть. Жиза. Я тоже хочу уже съебаться. Корнеш! 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 Как дела, Корнеш? Да, обычно. Я тебя 100 лет не видел. Ну, я тебя вчера видел. Где? В Дискорде. Еще раз повтори. Да, не... да, такие же самые, ничего не поменялось. А потрогаешь меня своим волонером? Ура. Да, только Вара, только хардкор. Да, поебать вообще. Давай в одного. Да кормить машину, он все знает, все, не рассказывай. Чё-то... А, Геры нету. Да? Брат, босс тычки дает. Yes. На 4, 20 и 36 появляется лучше. А он может. Ну, по-хорошему, да? Так вот, бежали в эту просто сторону и все. Быстро просто отходим, отходим. Стенку. Надо подождать. Кстати, а почему вы туда пошли? Не понял. Это ж... А, это ж не все в 10, да, ну я понял. Угу. А так же, блин, нормально. Все, отойдем. Геро. Давайте за себя и за Сашку. А я забыл, массакра помогает. Помогает. Закиньте ману. Сейчас закину, брат. Закину.
куда-то. Ой. А, наши все в этот зашли. Скоро. Там, бля, хуй в меня забыли. Блядь, это сумчный молот, что ты хочешь к нему? Поднимает. Блядь, да полезь, наверное, в алку или его тотема. Блядь, его найти, где он там лежит. Блять. Да, люди все равно отходят туда. Да поебать, куда-нибудь отойдут, успеют. Я пока не могу прочитать. А, меня тоже. Семь миллионов, две перебежки нормально успеть. А, он еще плюется. Класс. А почему здесь вар? Там у нас не успел добежать. Танк. Ты сейчас не успел добежать, из-за тебя плевало. Ну, вот сейчас последнее. Это два раза. Угу. Я не могу, у меня пробила нет. А где маслес находится? А, я вижу. О, ах ты с маслесом, там был с ССом. Да я бегу. Сумеречный молот нормально. Ну, да, за него было пару дыханий. Вообще, мне кажется, Корнес косячит. По-любому. Чтобы быстрее съебаться хочет, а умирает специально. Если бы я бы делал наоборот, если хотел бы сильно-сильно съебаться, то скорее... То делал бы все для того, чтобы быстрее пройти. Бля, какой, слушай, легендарный рыцарь. Вот так метки поставь, все. Сейчас с той стороны еще воткну метку. Не достаю. Слишком далеко. А я его резал, по-моему. Да, резал.
Кукла, кукла, быстрее, 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 быстрее. Да забей. Кстати, у нас же сегодня Охота. Маги Грул, да. А чего решили так? Хуй знает. Мортодонта не получается. Тебе не нравится? Когда? Не, я имею в виду, что так лучше, чем это воскресенье и когда там второй рейд. Во вторник был. Если не ошибаюсь. Ну ты ж не ходишь, какая разница? Ты когда себе сделаешь второго хила? Не хочу. Мне В этого смысле не хочу? достаточно. А помогает. Мне. Если кто-то накачал, может быть, а так. Что-то Самому. давай я тебя, блин, накачаю, в чем проблема? Блин, 4 часа, блядь, в дамках уже, блядь, герой. Потом 4 профы качать, это слишком Это долго. уже сам, это уже сам. Я дал, все нормально. Ой, босс, не умри. Ой, то есть я не умри, или как там? Ой, Гера, кстати, Гера, 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 пока не проебали момент. Никто не стоит. Да все хорошо, нам это плохо было. Перебегаем, перебегаем. Бегите все в синюю метку, в синюю метку. В звезду или в синюю метку, туда сразу в окна упираетесь. В окна, в окна, в окна, в окна. Все, будет, отходи. Теперь нормально. Стоп, еще один раз. Ну, все-таки. И еще раз, да. Ну, все, опять все. Кукла, туза. Бля, да похуй, бьем. Ничего страшного, сейчас побейрим. И мне еще дойти до вас, вон уже. Сейчас не успею. Успел. Кто там на синем стоит? Бля. Сложно, сложно. Наркотики, все хорошо. Хорошо вышел, молодец. Спасибо. Одна. Пока. А как же конта не хватает? Ну да, еще одну после этой перебежки будем байрить. А потому что начали бежать вдоль окон. Да босс пару шагов назад может делать. 52 секунды.
Кот не понимает, что у него еще КД. Да вроде нормально все. Все, у тебя откатилось. Давай, 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 давай. Сейчас он тормозит. Все, яснул. Сейчас еще куклу верну. А, у меня 10 секунд. Станьте, ну, любой человек. Умер, получается. Но он встал, не подошел ко мне, я не смог захилить, я не доставал до него. Он должен был быстренько прийти ко мне, и чтобы я его захилил. Да, или давай так убьем. Все. А, отойдите. Давайте я закрою зеленый. Mm-hmm. Ой, котик, как он луч забирает, это жесть, конечно. Да можно не слушать. Все, пацаны, добиваем нахуй. Ломаем лицо. Да, должны, по идее. Ну есть, есть, да, все нормально. Mm-hmm. Бывает, говно случается, ничего страшного. Зеленый. А, нормально, нормально, нормально. Он где-то, по-моему, не в боссе, нет. Он в варе был, но похуй, я встану, ничего страшного. Ой, походу не добьем. Почему? У нас еще была перебежка в запасе. Окна, в окна У меня все время его отбирают. Угу. Ну там была, да, такая страшная грань, конечно, но по идее это. Ну он сейчас нормально стоял, это я просто так пристраховался. Там сейчас перебегали, все время каждый раз перебегает. А, это уже. Да, кукла решила потанчить нормально. Там кто-то в зеленой луже купается, осторожно. Кот, да не, блядь, сука. Скаме, блядь. Да я встану, все, я встану, встану. Все слакеры, блядь. Я не ловил красный. А как я слакаю, ну-ка. Говорю, я стою на зеленом нормально, меня просто, блядь, другие люди просто бегают, блядь, возле меня, и я... Зачем мне? Подожди, это может быть... О, как раз топор мне носовал. А чё с котом? Он вообще не в дисе.
Просто я не знаю, как котом там добежать до этого. Да, он просто стесняется. Стесняшка такая. Так, на кого сейчас идем? Ласт остался. Куда ключ не упал? Выйти с этого дискорда. За сколько вчера Ольду закрыли по времени? За 3 часа. Или как там много? Ну там этот был дискон сервера. А дискон. Много времени это убило. Ну, мы не вайпались, по-моему, даже. Мы вайпались как раз таки на этом, на Толеме из-за дискона. И то в моменте, когда мы в туннеле в середине были. Потом пока выкинуло, потом пока опять по новой метке расставили. На этом чисто время ушло много. А так, ну, типа по-хорошему 2-2,5 часа. Не, ну я вчера заходил, в 40 минут вы уже убили этого Алгалона. Сколько там уже осколков у идеального? 15. Ну, у него узнать надо, это конкретно не знаю. У нас просто Волонир не ходит на РТ. Да, мораль, минус мораль сразу, и люди ДПСят меньше. Вчера 4-5 осколков. Да, вчера дохуя падало, вчера точно 4 штуки стоило. Ну, видишь, бывают такие недели, что может выпасть бы. Где-то 5, например. Упал с Мимирона, упал с Торим, ой, с Ходера, упал с Алгалона. Ну, с Йога 100%, да, упал. Ну, по-моему, 4, да, получается. Ну, как обычно. Новой вариации нет, Невер звезда, супер звезда. Давайте шапка на Эрдру. На Эрдру, на сыну. Карнес, как читается новый ник твоего вара? Абди. Абди? Ну, а вот это то, что он подобавлял там немного букв, я ж не знаю, как именно. Но так у него... Он раньше делал такой ник Абди. А, я просто этот... Была проблема. Я думал, что типа он типа писал ник, потом ему выбили зубы, и это такой понял, типа Абди. И все. Когда плохо отаренил. И ты выходи полодин сломал тебе лицо. А шип это, по-моему, опасно стоишь. Ой, левее перешли, левее.
У него 20 секунд. Это шли еще левее. Я ему поставил даже метку из луны. Нормально. Нормально. Нычку перекроют, по-моему. Не, нормально, кстати, можно зайти, по-моему. Уже работать. Спали. Блять, в нас летит. Прибегаем левее. Хуёво, тебе нужно его чуть-чуть отодвинуть назад, наверное. Там прям вообще ебано. А босса. Поставь его, знаешь, куда? Блять. Да не-не-не, вот просто подвинь его туда ближе. Туда, ближе к тому голему. Прям на уголочек ровно туда встань. Все, да. Сейчас я подниму. Да это пиздец, бля, он нас полностью закрыл просто в самом начале. Я после откидывания подниму. Встаньте дальше, дальше все, да. Угу. Не, первый исчезнет справа двери. Он уже исчез. Ты отследил место куда? А давай туда метку вот такого направления, просто чтобы ты знал. Да. То самое. Да, я понял. Да я этого не вижу, поэтому неудобно. Много. Воду. Я потом посмотрю. Да, я потом посмотрю. Да, да, я знаю. Летит ебано. Да, передвигаемся все быстрее, быстрее, быстрее. Дайте мастера на огонь. Угу. Все, останавливайся, куда-нибудь в стену его введи, и все, остановились. Угу. У вас прилетел. Просто прижмитесь в стену. В стену прижмитесь, и все. О, моя, отлично, нормально. Секс. Гоу ролить.
Сейчас миллиард ролл будет, смотрите, давайте. Блять. Да блять, да тут блять! Говно. Не повезло. Да это пиздец, блять. Да это просто, блять. Ебать. Зачем Абди ролит? Хрен знает. Какой провод? Ты им играть не будешь даже. А, да? Зачем? Ой, бля. Все, спасибо за рейд. До вечера тогда. Давай. Спасибо.